на велогонку в Дмитров. Начало велосезона. Все его долго ждали. Я в том числе. Но заявился пока на 50 километров. Потому что на 90 километров пока не хочу. Надо попробовать свои силы. Ну а гонка покажет. Так что сейчас до встречи в стартовом городке. И потом на самой гонке. А каким будет гонка, видим. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, let's go! Самое первое результат! Конечно же, улыбки, молодцы! If he could ride the way you do, I'd take him back to my place. I know none of you could act more like a fool. I'd take him back to my bed. I know I'd let him lead me, and he was loving enough. No losers in this game, he plays, I play it enough. He read the way you do, and that ride won't be over. The only thing it takes is you to coming over. Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
Итак, сейчас мы на сайте Gran Fondo. Заходим в раздел Дмитров. Результаты 16 мая 2021 года. Далее находим заезд на 50 километров, в котором я принимал участие. Вот результаты участников. Соответственно, вот вниз немножко пролистываем. Но меня долго искать не надо. Вот я на 17 месте. Вот мой результат. Мой чип 2168. Ну, то есть, смотрите, вот на странице на этой 50 участников, а вот всего, смотрите, у нас как бы там аж 8 страниц. Ну, в общем, порядка 300 человек, наверное, принимало участие. Вот. Дальше. На этом сайте есть результаты также велогонки на 90 километров. Вот здесь есть раздел именно гонка, группа А, и есть раздел группы Б. Вот смотрите, здесь есть результаты. И на первом месте, что очень приятно, нашей Занец выступил Илья и тоже Михаил. То есть ребята фактически заняли весь пьедестал. То есть это о чем говорит, что хороший уровень подготовки и велоспорта в Рязани. Поэтому давайте не боимся, принимаем участие в соревнованиях, приезжаем. Вдвойне приятно, когда весь пьедестал наш. Oh,